Всем привет! На самом деле я нахожусь на берегу моря. Как видите, за моей спиной есть парусничек маленький такой, да? Вот он, видите вы его сейчас. Я нахожусь на берегу моря. И это море на самом деле было рядом со мной всю мою жизнь. И я про него знал, но был здесь вот от силы несколько раз, и то не в очень хорошем месте, так скажем. Там пляж немножко не такой. Здесь пляж, как видите, галечный, такой песчаненький, хорошенький, то есть в перемешку. На этом берегу есть и песчаные хорошие пляжи. В общем, я нахожусь в Чкаловске. Классный город. Не знаю, почему люди отсюда на самом деле уезжают в Нижний. Это очень приятный город, медленный, такой провинциальный, и на самом деле к нему тяготеет очень много людей. То есть мы очень много здесь видим номеров ивановских, ну понятно, что здесь буквально там километров 30 начинается Ивановская область, но здесь очень много номеров московских, Московской области, то есть прямо очень большое количество людей приезжает сюда, покупает здесь недвижимость, дома, как на берегу, так немножко поодаль, потому что на самом деле классная местность, то есть вот где вот мы проезжали, да, там смешанные Городецкий район, Большемурашинский, Павловский, вот если взять вот эти вот пейзажи, которые там есть, то они прям вот здесь полностью воплощены. И плюс еще 20 минут, и ты на берегу моря. Ты на берегу моря и можешь купаться. Вот единственное, что, конечно, сейчас может быть видно за моей спиной, вода зацвела, но сегодня 31 августа, чего вы хотели, уже пляж полностью пустой, то есть никто уже не купается, ну вот. Но между тем тепло, хорошо, кайф, и зимой здесь будут такие огромные просторы. Ну, в общем, что можно сказать? 2 числа мы выложим видео. Вот, оно уже готово, оно уже ждет просто трансляции, где будет рассказано, что, чего и как. Ну, а так, из подсказок, ну да, вот мы в Чкаловске, в общем. Да, Екатерина Андреевна? Да. Ой, давайте я с вами присяду. Кайф? Кайф. Полный кайф? Угу. И никого нету. И никого нету, и никто не мешает, да? Да. И можно спокойно подумать о своем. Ну, если бы только не этот муж, да? Если бы не снимали тут всякие. Не снимали тут всякие. Свои шедевры, да? Все, в общем, мы очень довольны и радостны, и спокойны.